Книга «Открытым оком», том 3, вопрос 1089. Каков смысл человеческих страданий на земле, если человек неверующий? Его страдания на земле могут ли облегчить его вечную участь? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Есть прекрасная книга профессора В.Ф. Марцинковского о смысле страдания. Нам жизнь дана не для пустых мечтаний, не для служения царству суеты, но чтобы здесь, среди земных страданий, найти следы небесной красоты. 1 Петра 4.1. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Страдания есть наш крест исцеляющий. Для неверующего страдание иногда бывает препятствием к продолжению греха, чтобы он задумался, для чего он живет. Если же он не вразумится, то его страдания... Если же он не вразумится, то его страдания немало ему не помогут, а будут служить только началом страдания вечного, как у Ирода, изъеденного червями. Иногда страдания одного служат предупреждением и научением для другого не делать того же. Евангелие от Луки 13:3. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Мужество души Иова было познано в страдании. Святые души иногда даже просят себе этого испытания, чтобы Бог убедился, что они любят его. Книга Иова 23:10. Но он знает путь мой. Пусть испытает меня, выйду как золото.